kādu kalpotāju. Это чудо, что Бог прислал нам такого служителя. Un nav jau tie brīnumi, un tas Dieva spēks nav tikai cilvēkā pašā. И это чудеса Божьи сила, это не только в самом, ну, не как бы не в своём, не в самом человеке. Viņš tāpēc nav labāks vai sliktāks. Он поэтому не лучше или не хуже. Sliktāks, ja nevarētu būt, droši vien labāks, tu domā, ja? Он хуже, наверное, не может быть, но лучше, ты, может, думаешь. Bet es tev gribu pateikt, viņš vienkārši padodas Dievam. Он просто сдаётся Богу. Viņš padodas. Он сдается Богу. Он говорит, возьми меня и делай со мной, что ты хочешь. Я тебя внимательно слушаю и исполняю. Максимально, сколько он может. Но все он не может. И также Дима Макаренко, он все не может в своей жизни. У него есть также свои трудности, свои проблемы. Но он готов служить другим. И Бог служит ему. Ты со мной? Когда-то отвечай мне тоже что-то, отзывайся. Я хочу сегодня говорить. Я хочу говорить о чудесном даре Божьем. Это Христос и это Божий хлеб. У Димы Макаренко есть книга. Исцеление хлеб детей. Исцеление, освобождение – это хлеб Божьих детей. Un dažkārt ir kad, nu, nevis dažkārt, bet Bībelē ir teikts. В Библии сказано. Kāpēc jūs tērējat naudu tam, kas nav maize? Почему вы тратите деньги на то, что не есть хлеб? Ja, tā arī rakstīts. Es bieži par šo vietu, es tikai Я часто об этом размышлял, удивлялась, особенно в начале. Kāpēc tieši tā ir pateikts? Почему так сказано? Vai tad tikai maize jēd? Разве только хлеб надо кушать? Ko? Mēs taču ēdam visu kaut ko, mēs pat cenšamies maizi neēst. Мы едим разные вещи, в конце даже говорим, хлеб я не буду кушать. Sevišķi rauga maizi, ja, Daina? Особенно хлеб с дрожжами. Nekādu maizi negrib ēst. Никакой хлеб. Tikai Dieva maizi. Только Божий хлеб. Ir dziedināšana saņēma. Но хочет исцеление получить. Это Божий хлеб. Kristus vienmēr dāvāja maizi visiem. Христос всем давал хлеб. Un tā ir dziedināšana, atbrīvošana, brīvība. Это свобода, исцеление, освобождение. Principā, pie viņa altāri vienmēr tas ir sastopams. В принципе, у его алтаря это всегда можешь встретить. Bet mums zūd ticība. Но нам пропадает вера. Vēlns, viņš neguļ dienu un nakti. Zini, ko viņš dara? Дьявол, он не спит ни день, ни ночь. Знаешь, что он делает? Visu laiku zog tev un man ticību. Он все время крадет твою и мою веру. Знаешь, когда он крадет нашу веру? Он возрастает в своей вере, что он могущественней. Par mums. Ну, могущественней, чем мы. Bet faktiski mēs esam varenāki. Но на самом деле мы более могущественные. Mums ir dota vara viņu padzīt. Нам дана власть его прогнать. Mums ir vara viņu apstādināt. Нам власть дана его остановить. Bet mums ļoti bieži liekas, ka mēs esam mazie sisenīši. Но нам очень часто кажется, что мы маленькие саранча. Mēs tāds lielāks jāņtārpiņš. Я такой побольше. Jāņtārpiņš, nezinu, kā tas ir. Светлячок. Светлячок. Ja? Būšu светлячок, es tāds lielāks. Буду светиться, светлячок. Bet mēs jūtamies kā tārpeņi bieži, ja? Мы чувствуем себя как Un tad Dievs saka: "Jāatsūta uz to loču ielu." Червяк. И Бог говорит: "Надо украину, puisis ar brangu balsi." Надо этого украинского парня прислать на улицу Лочу. Lai viņi tur sadrebinās. С таким хорошим голосом, чтобы он рассчитал их. Es viņiem dāvāju to dziedināšanu, dāvāju visādas veidu brīvības, viņi neņem. Они, я даю им свободу, даю исцеление, они не берут. Viņi paguruši. Они устали. Vai ja kādu atsūtiet, kas brusku padrebina? Надо кого-то прислать, кто чуть-чуть расшатает. Tas ir interesanti, kad Dievs kaut kādas lietas savas turpina. Viņš kaut ko grib, nezinu, runāt, pastāstīt, pateikt mums ar kaut kādām darbībām. Значит,
Бог через наши, Бог через наши какие-то действия в нашей жизни, Бог говорит. Так же, как, ну, дьявол понимает нас, как мы делаем, такая у нас вера. Он смотрит по нашим делам. Дьявол тоже смотрит по нашим делам. Мелнс arī skatās uz mūsu darbiem, tāpat kā Dievs. Un pēc darbiem daudz kas tiek noteikts. И многое по делам определяется. Tāpēc arī teica, ka mūsu vērtēs pēc mūsu darbiem. Par ko vērtēs? Par mūsu ticību. Ne par to, cik mēs pareizi. Будут kas ir? Будут оценять или говорить о том, по нашим делам будут судить. Но судить будут не то, что насколько мы добрые или недобрые, или хорошие и плохие, а о нашей вере будут судить по нашим делам. Par mūsu ticību. О нашей вере. Kam tu esi noticējis Dieva vārdam? Ko tu esi darījis pēc tā? Что, во что ты поверил в Слове Божьем и что ты делал по этому Слову? Un Dima Makarenko, viņš bija pavisam jauns puisis ar savu draugu Andreju. И Дима Макаренко, он был со своим молодой еще и со своим другом Андреем. Viņi atbrauc tev uz Ventspili. Они приехали сюда в Ventspils. Tāpēc, kad viņi meklēja vietu, kur varētu pasludināt, kur varētu mēģināt pēc Dieva gribas kalpot cilvēkiem. И они приехали, где искали место, где можно было бы послужить людям по воле Божьей. Tas bija daudz gads atpakaļ. Проповедовать это было много лет назад. Viņš bija jauns un smuks tagad. Arī jauns un smuks. Раньше он был молодой и красивый, сейчас. Viņam pagājušajā nedēļā palika 42 gadi. Прошлой неделе ему исполнилось 42 года. Un es domāju, mēs varam uzspēt viņu apsveikt dzimšanas dienā vai ne otrdien. Я думаю, еще во вторник мы можем успеть поздравить на день рождения. С днем рождения. Bet viņš nav kaut kāds īpaši atlasītais, pareizais puika. Но он не какой-то особенно избранный, отделенный, правильный мальчик. Viņš vienkārši paklausa. Pēkšņi no tāda ļoti nepaklausīga, ļoti pretestīga puikas kļuva par paklausīgu. Он вдруг от очень такого противляющегося и непослушного парня стал, но очень послушного. Viņš iekoda Dieva maizi. Он вкусил Божий хлеб. Viņš gribēja ēst to tālāk. И он хотел это есть дальше. Un pats galvenais, ne tikai pats ēst. И главное, не только сам есть. Viņš gribēja dalīt to. Он хотел раздавать это. Viņš gribēja savu dzīvi veltīt tam, lai dalītu šo maizi citiem. И он хотел посвятить свою жизнь тому, чтобы делить этот хлеб другим. Tas ir aicinājums mums visiem. Это призвание для нас каждого. Jo vairāk mēs gribēsim dalīt citiem, jo lielāks svētījums Dieva spēks un Dieva gudrība par mums nonāk. Чем больше мы возжелаем делить другим, тем больше помазание Божьей силы на нас будет. Jo ir viens noslēpums. Есть одна тайна. Mēs esam radīti cits citam. Мы созданы друг для друга. Cits citam. Друг для друга. Mēs varam cits citu nogrendēt un cits citu pacelt. Мы можем друг друга утопить и можем друг друга поднять. Mēs varam citu citu nogalināt ar vārda zobeniem. И мы можем друг друга убить мечами слова. Mēs varam atdzīvināt. И мы можем возродить. Jautājums, ko mēs gribam darīt? Вопрос, что мы желаем Tur делать. Tur ir tava griba arī vajadzīga. Там также нужна твоя вера, Un šis твоя ir īpaši tikai tāpēc. Это все особенное только потому. Kurš piekrita? Что он согласился. Viņš pakļāva savu dzīvi tam, ko viņš nezināja, kas tas būs. И он посвятил свою жизнь тому, что он еще в тот момент не знал, что это будет. Viņš nezināja, kā tas notiks. Он не знал, как это будет. Viņš nebija dzīvojis šī sludinātāja dzīve, evangelista dzīve. Он не жил жизнью евангелиста или проповедника. Tad šie puiši daudz gadus atpakaļ atbrauc uz Ventspili, nedaudz grib izstāstīt to vēsturi. Я хочу немного историю рассказать. Lai jūs otrdien būtu vairāk ticības pilni. Чтобы вы во вторник были более наполнены верой. Varbūt tu vēl šovakar un rīt zvanīs kādiem cilvēkiem, tu teiks, nāc šurp, būs brīnuma dzīve. Может, ты завтра и сегодня будешь кого-то еще пригласить, будет чудеса и исцеления. Šādu te Dieva sūtņu atsūtīšana nozīmē, ka mums ir jāpiestrādā, lai mēs arī citiem dalītu to maizi, lai mēs palīdzētu kalpot. И это значит, что мы такие, ну, присылаются люди, чтобы мы тоже могли, мы тоже призваны служить и приглашать еще кого-то. Tā ir arī tava kalpošana, это, tā nav tikai viņa kalpošana. Это также и твое служение, не только его Mēs служение. Mēs esam no vienas draudzes. Мы из одной церкви. Mums ir viena ģimene. У нас одна семья. Mums ir kopīgi jākalpo. Нам надо вместе служить.
Un brālis atbrauc, un lai viņa kalpošana būtu pilnīgi tev, ik, mums ikvienam jāpiedalās. И чтобы это служение было полноценным, нам каждому надо принимать участие. Nopietni. Серьёзное участие. Tad Dima Makarenko atbrauc ar savu draugu Andreju. И Дима Макаренко приехал со своим другом Андреем. Tāpēc, ka Aleksejs mācītājs, Aleksejs ļoti lūdza, nu, paņemiet mācītāju tos jaunos puišus uz kādām savām draudzēm, lai viņi pamēģina sludināt. И пастор сказал, ну, возьмите этих молодых парней, чтобы они попробовали послужить, проповедовать. Man tādi jauni puiši patīk, vai ne? Мне такие молодые парни нравятся. Es jau atbraucu uz tiem ventiņiem. Ну, пусть приедут Венспилс. Viņi atbrauca. Они приехали. Un mēs meklējām telpas. Искали помещение. Mums toreiz tur kaut kā tā, tas mūsu telpās tur nevarēja. В наших помещениях tur bija mazas telpas arī. Там были маленькие помещения. А kungs, ja mēs būtu tur taisījuši, tad es nezinu, kas būtu noticis. Если мы там это собрание сделали, я не знаю, что было бы. Un tagad mēs meklējām pa Ventspili telpas. Nav telpas, vienīgi jūras vārti. Единственное помещение – это jūras vārti. Dārgi. Дорогие. Mēs domājam tā, ko mēs tur, nu, ko mēs varam savākt? Mēs esam draudzīti kaut kā 12-13 cilvēku. Что мы можем там собрать? Мы церковь 12-13 человек. Nu, ko mēs varam savākt cik cilvēkus? Сколько людей мы можем набрать? Nu, vēl katrs atradīsim pa diviem, pa trijiem. Каждый по два, по три привезем. Bet mēs reklāmu uztaisījām. Мы сделали рекламу. Tāds буклетиņus. Буклеты. Sagatavojām reklāmu avīzei. Для радио. Для радио, для газет. Для двух радиостанций. Bet pa nakti, pirms viņi brauca šurpu, bija liels pērkons. И ночью было этот, как это? Гроза была ночью, до того, как они приехали. Ventspils tipogrāfijā iespēra zibens un nekas tur nenotika vairāk. В типографию по на радио arī trāpī. В радио arī. И в радио попала молния, и в типографию, и там газеты, короче, не было. Arī mācīt, sakot, reklāma neizdodas. Реклама не получилась. Mēs domājam tā. Мы думали, ну все. Ну tagad kaut kā jāizdomā, jūras vārtos jānodzēš uguns zālē. Теперь надо в зале jūras vārti еще, ну, выключить свет. Jo viena daļa jau no mūsu mazās grupiņas būs uz skatuves un slavēs vispār, mēs vēl mazāk paliekam, kas zālē sēdēs. Одна часть из нашей церкви, они будут на сцене, они будут прославлять, значит, мы еще меньше будем в зале. Nu, mēs lūdzām Dievu, nu, Dievs piepild. Nu, vienkārši paļāvāmies tikai uz Dievu. Ну, просто полагались на Бога. Tāpēc, kad vienīgais, kur mēs varam ievietot reklāmu, bija kristīgais rādio. Единственное, куда мы смогли положить объявление, это христианское радио. Mēs jau kriešā, kad būs vīrs ar dziedināšanas dāvanām no Ukrainas. Мы говорили, что будет служитель с даром исцеления из Украины. Bet viņu neviens nepazina, mēs arī ne. И никто его не знал, даже мы его не знали. Nu, un, bet mēs drosmīgi. Nu, mēs smielie. Viņš saka, jūs neko nedalāt vēl tos bukletiņus, mēs atbrauksim un palīdzēsim izdalīt. Они сказали, что вы не делите буклеты, мы приедем, поможем вам. Мēs parādīsim, kā to Ukrainā mēs darām. Мы покажем, как мы это в Украине это сделаем, как это правильно делать. Tikā Ukraina no lielas zemes, viņa visu laikās tāds liels un они с большой земли приехали. Она, они нам научат, покажут. Bet tad, kad viņi atbrauca, когда они приехали, tur tā notikās, ka viņi gāja vienu vietu tā kā iesvētīt, viens prizētavu. И получилось так, что пригласили, чтобы они благословили бизнес. Un tur viņiem visiem sāka griezt matus, un ko tur vēl darīt? Ar vienu vārdu sakot, nekāda dalīšana nesanāca, viņi visu to laiku pavadīja tajā prizētavā. И они провели все это время в этом помещении, там, tur bija tik daudz, ko svētīt, kad там было настолько, сколько, ar vienu vārdu sakot, viss iet uz nē. И все так собралось на нет. Я думаю, ну, Dievs dod vismaz kāds 2-3 rindas piepildīties jūras vārtos, jo tur garas tās rindas, ja? Я думала, Бог, дай хотя бы нам 2-3 ряда наполнить. Tad jānodzēš gaisma, lai neredz tās tukšās beigas. И тогда надо выключить свет, чтобы ну, концерт... Ну, гудрика чуска, без вилцкā balos. Ну, бишь бы вилц, бишь бы тут там. И чтобы, ну, не видно было пустые ряды остальные. Tagad nāk vakars. Tad mēs neko praktiski neevangelizējam. Мы почти ничего не евангелизировали. Pāris māmiņas ar atiņiem. Sanita arī toreiz atceros ar mazo Samuelu braukē. Kaut kur kaut kāds izdeva bukletiņas. Mums visi palika lielākoties. Большинство этих буклетов осталось так и у нас. Tad tikai kristīgais rādio un kaut kad nedaudz izdalīt bukleti un viss. И несколько буклетов разделённых и христианское радио неизвестные парни.
Bet pēc tā, kas notika, var pateikt, ka tur bija liela, liela tāda, nu, viņu ticība, arī viņu atdošanās Dievam un svētākā meklēšana. Un Dieva labvēlība pret viņiem. Было видно, что там было сильное Божье присутствие, было ихнее посвящение Богу, ихнее желание служить Богу. Mūsu slavēšanas grupa kopā ar liepājniekiem pirmo reizi mūžā bija uz tādas skatuves. Наше прославление вместе с Лепай, ну, группой прославления из Лепай, они были первый раз на сцене такого вида. Kas atcerās, jā, nu viņi vispār bija kaut kā trešo reizi, laikam, kopā tur dziedāja. Nu, вообще, nu, третий раз вместе. Salāpītiem diegiem. Все такое, белыми нитями, как сказать. Tie tur augšā dred no tās lielās skatuves. Es trīc, ka neatnāks neviens cilvēks. Испугались большой сцены, другие там, что люди не придут. Katrs pa kaut ko baidījās. Каждый о чём-то боялся. Un Ģīmā ar Andrei tie kalpa tie tik tur matus, tur kaut ko matiem darās tur. И им парикмахерская их задержали, и получилось так. Un man godīgi sakot, zini, nu solījāt, nedarāt, nu. Мне поднялось такое, вы обещали, вот не исполнили, вот. Es uzēju augšā, tur aiz tās skatuves pie slavētājiem, tie tur nervozē. Ja vihažu tam na scenu, tam praslavitīļi, viņi toži nu, tam... Nu, viņi tur knap trīs dziesmas bija salasījuši kaut kā. Viņi kakīta 3-4 piesni sabrāļi. Un es tagad... Un pēkši zvan telefons. Ja vdrug zvonīt telefonu. Un Dima saka... Dima gavarīt. A viņš tagad nebūs, lai viņi kavēsies. Он сейчас сразу на начало не будет, они, но там, ну, они задержатся, начинай ты. Pirmkārt, man vispār somā kaut kur lejā zālē Bībele palikusi. У меня в сумке где-то в зале там Библия осталась. Es esmu sagatavojusies vispār uz saņemšanu, nevis uz atdošanu. Я приготовилась на принятие, а не на отдачу. Man iekšā stress par to, kas tev visapkārt notiek un nenotiek. И мне стресс за то, что происходит и не происходит вокруг. У man vēl tagad jārunā. Tas ir еще, pēdējais piliens vēl. Еще мне говорить сейчас надо. Un es tagad stāvēju aiz aizkariem tur. Я стояла там за этими занавесом. Ну, varbūt viņi uzspēja tomēr. Ну, ko es pateikšu? Я думал, ну, Бог, ну, пусть они, может, успеют, и что я там скажу? Es tā brīdī cīnījos ar savu neapmierinātību un ar Dievu meklēšanu. Tur viss bija kopā. Я боролась со своим недовольством и, ну, и старалась услышать Бога. Когда ты хочешь услышать тебе Бога, тебе надо положить эти вещи, тебе надо убрать, и ты это можешь. И каждый раз, когда мы просто сердимся... Un ļaujamies tām dusmām, jo apstākļi visi, tā kā, nu, tavā pusē, tu drīkstē dusmoties. И все, потому что все обстоятельства, как бы, на твоей стороне, ты можешь сердиться. Taisnība tavā pusē. Правда на твоей стороне. Ja ir taisnība tavā pusē, tad nedusmojies. Если правда на твоей стороне, тогда не сердись. Saprot. Понимаешь? Saprot to noslēpumu. Понимаешь эту тайну? Ja taisnība ir tavā pusē, tad nedusmojies. Если правда на твоей стороне, то не сердись. Tāpēc, ka dusmas nav no Dieva, no kā tad viņas ir? Потому что гнев, злость не от Бога. Ja tu ļaujies dusmām, tu ļaujies vēlnam. Если ты подчиняешься злости, ты подчиняешься дьяволу. Ja tu pakļausies vēlnam, tad Dievs tev nevar pastrādāt, jo tu esi citu kungu. Если ты себя подчинил дьяволу, ты не можешь, Бог с тобой не может работать. Tāpēc un Dieva bērniem ir vara pār šo. И Божьи дети имеют власть над этим. Mēs bieži vien paļaujamies kaut kam tam, bet tev ir vajag ar vien vairāk savā dzīvē šo apstādināt. И, ну, мы часто позволяем этому происходить, но надо это останавливать в своей жизни. Jo citā tu Dievu nedzirdēsi. Потому что иначе ты Бога не услышишь. Tagad, ko man Dievs saka? И что мне Бог говорит? Saka, Dievs, es tagad stāvu tavā priekšā, tā kā Benny Hinn, nu, bija tāds, viņam ar tā ir bijis, ka viņš reiz aizskarēm stāvē, nezināk, ko darīt. Saka, es stāvu tavā priekšā, tā kā Benny Hinn tagad. Я говорю, я перед тобой, Бог, стою сейчас, как Benny Hinn. Он тоже была ситуация, что не знал, что делать. Un Svētais Gars man saka, nomierinies. И Дух Святой говорит, успокойся. Tu pēkši sāk dzirdēt kaut ko. И вдруг ты начинаешь слышать. Tu taču visu zini. Ты же все знаешь. Izēj, pasmājiet, pasaka, labdien, mīļie. И выйди, улыбнись, скажи, добрый день, дорогие. Tas ir pareizi, ka es uz šiem šovakar atnākuši. Вы молодцы, что пришли сегодня здесь, сюда, в это место. Un tālāk es tev palīdzēšu. И дальше я тебе помогу.
Es tagad domāju, jāpaskatās, kā tā zālē tur izskatās, varbūt ļoti maz atnākuši. Я думал, надо посмотреть в зал, как там выглядит. Может, мало людей вообще. Ak, Dievs, pilni jūras vārti. И я поглянул, и там было полное jūras vārti. Man vēl trakāk paliek. Мне вообще... Paldies Dievam, ka tur ir tāds spilgti prožektori bija. Хорошо, что были очень яркие эти прожектора. Un es izēju laukā, es to zāli īstaka neredzu. Я как вышла, но зал не особо могла слышать. Es пилеку visu savu spulsku, es mācījusies dažādās prezentācijas mākslas treniņos. Я в разных семинарах училась, и тогда я прилагала все усилия. Es svaidīju. Улыбалась. Un es teicu, labvakar, mīļie Ventspilnieki! Добрый вечер, дорогие Ventspilsieši! Jūs pareizi izdarījuši, ka šovakar uz šeit atnāca. Вы молодцы, что вы пришли сюда в этот вечер. Un tālāk es neatceros, ko es teicu. Я не помню, что я дальше сказала. Es ar bailēm prasīju savai, nu, tādai draudzenai kristīgai, no citas draudzes. Es saku, klausies, nu, kā es tur kaut ko tur samudžināju? Nu, es tur Я потом своей подруге спрашивал, как там, что я вообще сказала там. Es saku, ne, tu ļoti labi runāji. Ты очень хорошо говорила. Ko es runāju, es nezinu. Что я говорила, я не помню. Vienkārši ir, šis atkal ir, tas ir, kāpēc es šo stāstu? Почему я это рассказываю? Man nācās pakļauties. Мне пришлось подчиниться. Saprot, nebija kur dēties. Не было куда убежать. Paldies Dievam, kad viņš drīz arī nāca iekšā Dima, un tad varēja nodot viņam mikrofonu. Слава Богу, Дима скоро приехал, и тогда можно было передать эстафету ему. Un tā, nu mēs viņu te apgraizējām. Mani apgraizīja, viņam matus, man sirdi. Обрезание получили, ему волосы обрезали, мне сердце. Un tas sākās kalpošana. И началось служение. Tur bija ļoti daudz cilvēku, kas iznāca priekšā uz atgriešanos, bija daudz, kas saņēma dziedināšanu. Было очень много людей, которые получили исцеление, которые покаялись. Viņš pēc tam vēl kāds pāris reizes ir atbraucis uz Ventspili. Он еще потом пару раз приезжал в Ventspils. Bet tā pirmā reize tā bija unikāla. Первый раз это был уникальный раз. Es ļoti gribētu, lai šī reize arī būtu unikāla. Я хочу, чтобы этот раз был уникальным. Lai mēs te piliksim klāt pilnus solus, daudz vēl piliksim klāt. Мы еще добавим здесь стулья. Un es gribētu, lai tie krēsli ir pilni. Я хотел бы, чтобы эти стулья были полные. Lai daudziem šī maize tiek. Чтобы многие достали этот хлеб. Mēs šodien esam ļoti maz šeit esam šodien. У нас сегодня очень мало. Nu, tie svētki šodien tur. Сегодня праздник. Bet, nu, tie būs īpaši svētki. Aicinu šiem svētkiem savus kaimiņus, rādus, paziņas. И приглашаю на этот праздник своих. Arī tie, kas ir desmitām greižu tev atteikuši. И даже тех, которые много раз, может, тебе отказали. Pasaka, nāc, pastāst par brīnumiem. Pasaka, pastāst kaut kāds lietas par dziedināšanu. Скажи, приходи про чудеса, может, ну, ko tu vari pateikt? Что ты можешь сказать? Viena lieta ir tāda, ka viņš kalpo visā pasaulē. Он служит во всём мире. Viņš brauc uz Irāku, uz Irānu? Irānu. Uz Irānu, uz Pakistānu. Un Irānu, Pakistānu. Tur ir zem automātiem, nu, viņš sargā ar automātiem. Их там автоматами охраняют. Un tur tūkstošiem cilvēku nāk pēc šīs maizes. И там тысячами людей приходят этот хлеб принимают. Viņi brauc uz tām valstīm, faktiski ir musulmaņi, saprot arī. Они езжают в те страны, где мусульмане. Un šie cilvēki tik izmisuši, un tik viņiem nav nekāda veida, ne ārsti, ne daktri, nu nekādas iespējas dziedināties. Viņi ir tik nospiesti. Эти люди так подавлены, что им нет никаких возможностей исцелиться. Un kaut viņš ir musulmāns, viņš padzird, ka būs dziedināšana, viņš skrien pēc šīs maizes. И когда он хоть и мусульманин, он слышит про исцеление, он приходит за этим хлебом. Un Dima man teica. И Дима мне говорил. Инес, es nesaprotu. Инес, я не понимаю. Atnāk musulmāņi. Приходят мусульмане. No dzimšanas kurli, no dzimšanas akli. С рождения слепые и глухие. Un simtiem dziedinās. И сотнями исцеляются. Tas ir kaut kas nereāls. Es nesaprotu, kā Dievs to izdara. Я не понимаю, как Бог это делает. Это нереально. Bet viena lieta ir svarīga. Но одна вещь очень важна. Atnākt uz šo dievkalpojumu vajag būt, tev jābūt izsalkušam. И когда приходишь на это служение, тебе надо быть жаждущим. Tev jāgrib saņemt. Ты должен желать получить. Tev jāgaid, jau ir jau tagad, tev jāsagadīt. Vot tagad, ja tu neesi vēl no rīta domājis par to, es gribētu, tu tagad sāc domāt. Если ты, может, с утра не размышлял об этом, то сейчас можешь начать. Lai tu par šo kalpošanu runā ar ticību. Чтобы ты, знаешь, с этим служением, насчет этого служения говорил с верой. Runā ar citiem cilvēkiem. Говори с другими людьми. Dāvā viņiem šo maizes garšu, jo stāsti, kā šī maize garšos. Расскажи им, как это... Tur būs brīnišķīgi. Как этот хлеб
вкусный. Это вкус свободы. Я верю. Pāris dienās notikušās šis te pagrieziens, kad Dima brauc uz šeie. За пару дней этот поворот, что Дима приезжает сюда. Tas ir Dieva pirksts. Это Божья рука. Viņam bija cits virziens. У него было другое направление. Uz Kauņu. В Каунас. Bet Dievs pagrieza viņš ir Ventspils. Он чуть-чуть поправил через Ventspils. Ja? Un es tā teikšu tā, es ticu. Я верю. Man sirds tā saprot. Моем сердце так понимаю. Первым картам, он шет отсылтит, знаете, капец. Что, во-первых, он прислан сюда, знаешь почему? Lai Dieva draudze dziedinātos visādos veidos. Чтобы Божья церковь исцелялась в разных смыслах. Mēs, сначала мы. Bet mēs būsim visvairāk gatavi saņemt to. Мы будем самые более готовы получить. Kad tu ieies savā aicinājumā, tu aicinās citus. Когда ты зайдёшь в своё призвание, будешь готов далить шо май. Призывать, приглашать других. И ты будешь готов. Atnākšu, pietiek, aiztosīt, lai man viss man būtu. И не только так, что вот я приду и только себе вот не останусь. Dalīt šo maizi, kopā ar viņu. Делить этот хлеб. Šo dziedināšanas maizi, dalīt. Этот хлеб исцеления. Kā tas notikās tagad? Как это произошло? Viņš man ik pa laikam atsūt kaut kādas, nu, tā kā izziņas un tur pastāsta, kā viņam iet, viņš prasa. Время от времени мне присылает сообщение, мы переписываемся, как ему дела. Viņš uz jokiem, es ar uz jokiem. Он шутит, я пошучу иногда. Tad viņš man kaut pagājušajā nedēļā viņš man atraksta: "Как дела, Инесса?" И он на прошлой неделе он присылает: "Как дела, Инесса?" Un es saku: "Nu, mēs lūdzam. Мы молимся, говорю, zemi, за свою землю, zemi. За твою землю. Un mēs gatavojamies evangelizācijas teltīm. Готовимся к мероприятию евангелизационной палатки. Mēs lūdzam, lai arī tu varētu šeit atbraukt. И молимся, чтоб ты мог приехать. Nu, visāds tāds, tāda notikumā pilna vasara sagaidām. И очень много событий в это лето будет. Viņš man atsūta atpakaļ. И он присылает мне обратно. Es varu kalpot pa jums 2. Jūnijā, ja tev interesē, tad atsūt ziņu. Я могу служить 2 июня у вас, если интересно, то пришли дай знать. Es esmu tik gadus viņu aicinājis. Es сколько лет его приглашала? Man jau vairs nebija vairāk, ja es jau sāku jau zaudēt ticību, viņš atbrauks. Я уже начала терять веру, что он приедет. Es pat ar viņu sievu sarunāju, ka viņš drīkst uz šeit atbraukt. Даже с его женой договорилась, что он может сюда приехать. Pāris gadus atpakaļ. Пару лет назад. Ja viņam maz puisīts, viņš, nu kā, viņš arī būtu vairāk mājās, un sieva grib, viņš vairāk mājās. И жена дома, и маленький сын дома, и... Es sarunāju papriekš ar sievu. Сначала с женой договорилась. Es tāpēc saku, nu kad tu atbrauks pie mums? Nu, когда приедешь к нам? Viņš saka, nu tu zini, es braukāju uz tām ārzemēm, tagad tik daudz jābrauk apkārt, un... Он говорит, Инесса, я разъезжаю по всему миру, и рехабилитационные центры, и церковь. И епископ Андрей, он в одну сторону меня тянет. Это призвание евангелизировать в другую сторону. И жена в третью сторону. И не знаю, куда бежать иногда. Es saku, ar sievi es sarunāju. Jā, govorīju, ar ženoju dogovorīlas. O, viņš saka, nu, tad jau, tad var mēģināt. Bet tā viņš neatbrauc. Un govorīt, što, tā, tagad možno probūt, no tak i ne получилось приехать. Bet tagad viņu Dievs sūtīja. No šās jau Bog paslāl. Tad, kad Dieva rādītāja pirksts norāda uz pilsētu. Tad, kādā Boži palicu kāzvēt na gorad. Būs kaut kas brīnišķīgs. Будет что-то чудесное. Tāpēc, ka Dievs viņu sūt. Потому что Бог его посылает. Bet atcerieties, varēs, viņš pats nav nekāds pārcilvēks. Он, ну, помни, что он сам ja не суперчеловек. Ja tu negaidīsi Dievu reizē ar viņu. Если не будешь ожидать Бога вместе с ним. Tu var ļoti dziļi vilties. Ты можешь очень разочароваться. Gaidi. Ожидай. Ka tā diena būs brīnišķīga. Tā tieši priekš tevis ir. День будет чудесный именно Dievs для тебя. Dievs sūta savu Dakterīti, vai kā tu viņu var nosaukt? Debesu dakterīti, to debesu Бог maizi, viņš sūt čirku. Бог посылает свой небесный хлеб. Savu dēlu viņš sūt čirku. Своего сына. Lai tu vairāk noticētu, un debesu nebūtu vairāk vaļā, un tu vairāk varētu saņemt. Чтобы ты больше мог уверовать и больше получить. Tas būs kaut kas īpašs. Это будет что-то особенное. Tas būs kaut kas īpašs priekš tevis. Это будет что-то особенное для тебя. Dievs grib dziedināt savu miesu, sava dēla miesu, un tā ir draudze. Бог хочет исцелить свою церковь, плоть своей невесты. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir rakstiet, kur kāda sieviete gribēja lūdzu, lai Jēzus dziedina viņu meitu, viņas meitu.
И там было, что одна в Библии есть история, что одна женщина просила, чтобы Иисус исцелил ее дочь. Jēzus teica, nu, nav, tā kā nebūtu labi dot maizi suņiem. И Иисус ответил ей, что нехорошо забрать хлеб у детей и отдавать псам. Un šī sieviete nemaz neapvainojās, ka šīs nosauca par suni. И эта женщина не обиделась, что он ее собакой назвал. Ja viņa nepiederēja, nu, tam, потому tam что мацеклю пулкам он там она не принадлежала этому иудейскому народу и Bet viņa saka, bet drusciņas jau suņiem arī zem galda liek, nu, atdod. Но всё же эти то, что крошки же собачкам тоже попадают. Viņa ticēja, ka ja viņa dabūs no šīs dzīvības maizes tikai drusciņu. Она веровала, что если она получит хотя бы крошку от этого хлеба жизни, этот ребенок будет исцелен. Это была вера. Mums tā patās. У нас так же. Aicin visus, ticīgi, neticīgi, bet tev pašām jāzin, ka pirmām kārtām Dievs ir atnācis daļ tevis. Приглашай верующих, неверующих, но ты должен сам знать, что, во-первых, Бог пригласил из-за тебя. Un nāca šo vietu pilns ticības saņemt. И приходи на это место полный веры получить. Saņemt. Получить. Bet dažkārt ir tā, ka mēs varam arī kaut ko nesaņemt. Но иногда бывает, что мы можем что-то не получить. Kaut gan Jēzus ir blakām. Хоть Иисус рядом. Хоть и слово слышанное. Tad mēs atvēlsim Lūkas 24. Nodaļu. Откроем от Луки 27. Главу. 24. Nē, Lukas, nē, jā, 24, 12. At Luki 24, 12. Tā, bet Pēteris piecēlēs aizskēja pie kapa, tad, nu, Jēzus ir trešā diena, tā ir, ja? Bet Pēteris piecēlēs aizskēja pie kapa un ielūkojies tajā redzēja tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja brīnīties par to, kas noticis. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Un redzi, divi no tiem tajā pašā dienā devās uz Emausu ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. В тот же день двое из них шли в селение от стоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Viņi pārunāja visu, kas bija noticis. И разговаривали между собой о всех сих событиях. Tu pārunā, kas ir noticis, ja? Ты, kas bija draudzē, ko tu dzirdēji? Ты разговариваешь с кем-то еще, kā что ты слышал? Kas kuram bija mugurā? Kto, во что кто оделся, как кто выглядел? Ja? Ну, видишь, это просто человек. Такие же люди были, они разговаривали об этом. Ar to, kas bija noticis, kaps bija tukš. О том, что произошло, что могила была пустая. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus nāca un gāja kopā ar viņiem. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Man Dievs šo raksturiet šodien Devu svētais gars, es ticu, ka esi svētais gars. Я верю, что это Дух Святой дал это место Писания. Pārdomā. Размышляй. Pārdomā. Размышляй. Un, lai mēs sagatavotos šai dienai, ko Dievs ir sagatavojis mums otrdienai. Kāpēc? Для того, чтобы Бог приготовил на то. Mums jāpārdomā, kas ir noticis. Mums jāzina, kā mēs par to runājam, kā mēs dalāmies un kā tas notiek. Нам надо знать, как это происходит, с кем мы разговариваем, un как мы это liekas, ka Jēzus, передаем, если тебе даже кажется. Pats, varbūt kapenēs, un Jēzus tur nav, un nekā nav. И может тебе кажется, что ты сам в гробницах, и Иисуса там нет. Un visi cerē, ka Jēzus atpestīs tagad to Jeruzalemes tautu, un visi būs brīvi, un nezin, kas tur notiks, un pēkšņi nekas tā kā nenotiek, un viņš viņu nosoda, viņu piesit uz to, un vēl kaps ir tukšs. И все ожидали, что Иисус освободит Иерусалим и еврейский народ, но тут его осудили, еще убили, и даже сейчас вот гроб даже пустой остался. Под личиной. Даже трупа больше нет. Виспаника.
Вообще ничего нет. Они кажутся оставленные просто одни. Приблизительно, как я была за этой занавесом. Одна там брошенная. Uztaisīt tagad savākšies cilvēki, lai klausītos Dīmam, man jāiet ārā. Šeit sabrālies ļudis, štobu Dīmu slušat, tā mēs nenādā būt. Un, kā es teicu, iekšā man rosījās nepavisam pareizi domas un nepavisam pareizi jūtas. Un nesavsiem pravilnīja ašušķinie bīli i čustva i mīsli. Varbūt arī tev tā tajā dzīves skrējumā tagad kaut kā ir, ka tu kaut ko gaidi, kaut ko gribi sagaidīt. Vai tam bīgu žīzni, tībā tože, što tu te ažidāli sūs. Tu neesi saņēmis. Visi apkārt, visi kaut ko. Ja tu nečināji apviņēt visiek vakrūk. Un dažādas runas nāk no tevis ārā, tevis, kas sirds pilna. I raznie, možet, razgavori iz sirdsa, možet, vyhodat. Tātad, kas notiek tālāk? Što происходит дальше? Bet viņš pienācis ir klāt. No, on padašol. Mēs neredzam viņu. Мы не видим. Мы не отпознаем его. Мы не познаем его. Вакар мы с ним redzējām, pazinām. Вчера мы видели его, мы его знали, но сейчас мы его не знаем больше. Tad Jēzus pienāca un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. И когда они шли, Иисус приблизившись, пошёл с ними. Bet to acīm nebija ļauciņu pazīt. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Jā. Latviešu tulkojumā arvien ir teicis, ka viņas bija turētas, tā kā aizturētas. Ir kaut kas, kas aiztur tavas acis. Есть что-то, что удерживает твои глаза. Un viņš tiem sacīja, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā? Он же сказал им, о чём это вы, идя рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Viņi bija bēdīgi. Они были печальны. Viņi noskumuši apstājās. Один из Un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja. И один из них именем Клеопа сказал ему в ответ. Tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams, nezini, kas šajās dienās tur noticis. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нём в эти дни? Viņš jautāja, kas tad? И сказал им, о чём? Un tie viņam sacīja. И они сказали ему. Tas, kas notika ar Jēzu, nācariet vīri, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā. И что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом? Kā vispriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi, un kā viņu piesita krustā. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Bet mēs cerējam, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Un nu jau ir kaut kur pazuda man. Kur ir? 20. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Mūsu pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada viņa miesas. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. Изумили, как это в Латвии старик, так по-истам. Изумили. Пастеца. Вайрак, как пастеца. Угу. Изумление. Избиете это, так сказать, ну, так, завадок, я. Избрение, я. Так, Viņas pārnā, un neatrada viņa miesas, viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējušas eņģeļu parādību un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. И не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Es gribu tev šodien teikt, viņš ir dzīvs. Я хочу тебе сегодня сказать, он жив. Kaps ir tukšs.
un viņš ir dzīvs. Grobs pustoj, i on živoj. Un viņš izlejās, viņš ir mūsos arī šodien, kad, tāpēc, ka, kāpēc mēs lūdzām ilgmēlēs? Почему мы на языках молились? Ticībai tavai jāparādās, ka tu kaut ko dari tādu, ko tu pats nesaproti, bet vārdā ir teikts kaut kas konkrēts par to, ko tu dari. Да и должна проявиться вера, что ты, может, что-то делаешь, что ты сам не совсем понимаешь, но в слове сказано что-то конкретное об этом. Dieva vārdā ir teikts, ka mēs lūdzam mēlēs. В слове Божьем сказано, когда мы молимся на языках, mēs teicam to kungu, что мы славим Бога. Un viņš meklē tos, kas viņu pielūdz. И он ищет тех, которые ему поклоняются. Daudz loģikas nevajag, lai saprastu. Много логики не надо, чтобы понять. Ja tu gribi, lai šajā vietā izlējās Dieva gars, если ты хочешь, чтобы Дух Божий излился на этом месте, tev kā Dieva avotam ir jānāk uz šejienu, jālūdz mēlēs. Тебе, как Божьему источнику, надо приходить на это место и молиться на языках. Un nav svarīgi, cik tu esi gudrs citos vārdos. И не важно, насколько ты умный в других словах. Dievs tā ir uzstājusies, ka viss pats nevarīgākais, pats nezinošākais var atvērt debesis. Бог сделал так, что даже самый незнающий, не могущий, он может открыть небеса. Tāpēc nāc otrdien uz šejienu laicīgi. Поэтому приходи во вторник своевременно сюда. Sēdi savā vietā, nerunā visādas jocīgas lietas. И сиди в своем месте и не говори разные глупости. Такие вещи, которые создают неверие. Сиди, un lūdzu mēlēs. Сиди и молись на языках. Un atrais savu ticību. И развязывай свою веру. Kaut ir tā, ka tu lūdzu mēlēs, un tu saproti, ka tad, kad tu lūdzu mēlēs, хотя бы так, когда ты молишься на языках, потому что ты понимаешь. То есть Святая гора, вот в брыди. Когда ты молишься на языках, ты источник Духа Святого. Тут поклаю свою гудру, покауси Дева вардам. Ты подчиняешь свой мудрый разум Богу, Божьей воле. Вот если Дев, я та, я сделаю, что тебе сказать, твой вард та сака. И можешь сказать, я буду Бог делать так, потому что твое слово так говорит. Vienalga, ko manas saprāts man saka, vienalga, ko manas acis man rāda. Все равно, что мои глаза, что мой разум говорит. Es pakļaujos tev. Я подчиняюсь тебе. Un šāda tava ticība un darbība ticībā. И такое твое действие в вере. Tā atraisīs Dievu garu šeit. И это развяжет Божий дух. Gan pie tavas dzīves, gan pie citiem. Как у твоей жизни, так и у других людей. Jo viņš šeit bija noskums. Потому что они были печальны. Nebija tā, kā viņi bija cerējuši. Не было так, как они ожидали. Kad cilvēks viļas? Когда человек разочаровывается. Tā ir definīcija jau. Это уже дефиниция. Tad, kad viņš nesasniet cerēto. Когда он не достигает на то, что он надеялся. Bet Dievs saka, viņš dod vairāk, nekā tu ceri, vairāk, nekā tu spēj saprast. Но Бог говорит, что он дает больше, чем ты надеешься, чем ты вообще можешь понять. Ko tas nozīmē? Tu nesapratīsi, kas notiek. Что это значит, что ты не поймешь, что происходит? Но поверь все равно. Ja tu ticēsi, если будешь верить Dieva vārdā, Божьему Слову, ka Dievs ir uzticams, ka viņš ir taisnis, что Бог есть справедливый и праведный, ka viņš nekad tev nedos верный, akmeni maizes vietā, что не даст хлеба, камень вместо хлеба. Jautājums, ja tu gribi paņemt to. Вопрос, хочешь ли ты это получить? Viņi gāja runāja ar Jēzu. Viņi nezināja, ka tas ir Jēzus. Они шли, говорили с Иисусом и не знали, кто такой Иисус. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija noskumuši. Почему? Потому что они были опечалены. А потому что они обиделись. Un palika tajā situācijā. Viņi palika tajā. Viņi nemēģināja pieaucināt ticību, bet viņi palika tajā. Viņi runāja no sirds pārpilnības. Mute runāja. Они не старались возрастить веру, но они остались в этом своим разочарование и говорили. Но сердце пакленным смотри руна. И от полноты сердца уста говорят. Ну же гару на нурецка, ну ты сурецка. Ты эти как будешь, как сурецка, что съесть. Говорил, что будет Иисус. Сурецка, ман ты эти как будешь дзиединаши. Не все, ты трещу агад, все, что я бенти, у нека нав, та нав. Вот, говорили, будет исцеление. Я тут сижу третий год в этом на этом сиденье и ничего. Капец бежи на то, потому что твое сердце растурать, что твое сердце цвет. Почему нет? Потому что твое сердце закрыто, твои глаза закрыты. Tu nespēj saņemt. Ты не можешь получить. Tu neredzi. Ты не видишь. Я не вижу. Tāpēc, ka mūsu sirds ir skumjās. Потому что наше сердце опечалено. Mums liekas, ka viņš šeit nav. И нам кажется, что его здесь нет. Bet viņš staigā mums apkārt. Но он ходит вокруг нас. Viņš ir ar mums. Он с нами. Tad
Un viņš viņiem sacīja, ak, jūs nesaprātīgie un sirdī kūtriet ticēt visam, ko runājuši pravieši. Šis ir galvenais teikums no tā visa, ko es gribu runāt. Это главное предложение, которое я хочу сказать. И тогда он сказал им несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. О, греческое слово потекти. Слинке тицет. Иисус хотел сказать ленивые верить. Слинке тицет. Ленивые верить. Лани, лани, лани. Очень медленно, медленно верить. Я, мы ну лави, как варам кого-то лани тицет. Ну хорошо, что хоть медленно можем верить. Сакам лани, пехотзаем атру. Начинаем медленно и потом разгоняемся побыстрее. Кас аттур мусу, ацис мусу сирди. Что одерживает, останавливает наши глаза, наше сердце? Апайношенас. Обида. Kaut kādas cerības, kas nav, tāpēc, ka nav pēc mūsu prāta. Какие-то ожидания, которые не по нашей воле происходят. Kāpēc Jēzum bija ticība? Kāpēc mēs sakam, ka Jēzus ticēja tēvam? Почему Иисус верил отцу? Mēs tā sakam, mēs saprotam, ka viņš ticēja ļoti, ja viņš darīja visu. Мы понимаем, что он верил, потому что он делал все. Jo ne viss tas, ko viņš cerēja, ne viss tas, ko viņš gribēja, viņš to nedarīja, viņš darīja, viņš tā kā tavs prāts notiek. Он не делал все, что он хотел, он делал то, что он говорил, воля да будет твоя. Un tā darbība parādīja, ka viņš tic pa īstā. И это действие показано, что он верит по-настоящему. Viņš nesaprot, kā. Он не понимает, как. Bet tas notiek. Но это происходит. Viņš tic, ka Dieva vārds saka, ka tā ir, tā notiks. И он знает, что Слово Божие так говорит и так будет. Un es tik runāt atcerties vēlreiz šo te Džimu. Я хочу вспомнить еще раз Диму. Zināt, kā viņš centās ieiet tajā dziedināšanas kalpošanā? Знаешь, как он старался зайти в это служение исцеления? Jūs zināt, ka viņam bija caursista, no bungādiņa, У него было Viņš jau būtu runās par to, es nezinu. Пораженная перепонка. Un tad, kad viņš satikās ar Dievu, viņam atjaunojās dzirde. И когда он встретился с Богом, его слух возобновился. Un viņš saprot, ka Dievs var dziedināt. Viņš stipri pārliecināts par to. Он уверен, что Бог может исцелить. Un viņš cenšas to nepazaudēt un pavairot šo ticību. Un старается не потерять это и умножать эту веру. Un pat, ja kaut kas nenotiek tā, kā viņš domā, nu, ka vajadzētu tagad būt tajā ticībā, tajā dziedināšanā vai kaut kas vajadzētu būt. И даже если так не происходит, как он думал, что сейчас надо исцелению произойти. Viņš saka, vienāk, ты исцелен. Ты свободен. Он говорит все равно, ты исцелен, ты свободен. Ты исцелен. Капец, потому что Дьявол вас так сказал. Христос тебя исцелил. Потому что Божье слово так говорит. Меня виноват. Ты нотишь или нет? Винш тит. Ему все равно, ты веришь или нет, он верит. И он говорит истину. Да, это патиеси. Христос и мус исцелил. Это есть истина. Христос наш исцелил, он нас освободил. Мы всегда грибам палик какую-то циту прижал. Мы просто. Мы сидим в равнодушии где-то в другом месте, мы хотим остаться. Он, viņš varbūt dzirdējuši, ka viņš stāstīs, ja kā viņš mēģināja lūgt pa priekšu pa kaut kādiem sunīšiem, kaķīšiem. Может, вы слышали, как он рассказывал, как он за котов, за собачек сначала молился. Kaut kādā tantītē tur kaut kādi kaķīši bija nomiruši, bija slima, viņi tur ir sunīši, neatceros. Viņš gāja lūgt pa tiem, pa to. Он молился за этих животных и... Un viņš lūdzot, bet tas sunīs beigās nomirst. И собачка умирает. Kaut kāds vīrs, laikam, pa ko viņš kaut ko slimnīcā lūzas arī nomir. И какой-то мужчина за него молился. Viņam šeit ceļā bija daudz negatīvas pieredzes. Было очень много негативного опыта. Bet viņš neapstājās. Но он не остановился. Atšķirība no mums reizēm, ja? В отличие от нас иногда. Viņš kā tāds traktors, tāds buldozers, tik iet uz priekšu. Как бульдозер идёт вперёд. Un tad viņš bija palūdzis par tos tantītes sunīt vai kaķīt, un tas nomira. И когда он помолился за собачку, и собачка умерла. Tantītes saka, nu jā, es atturu, esmu slima, tā. Varbūt pa jums arī palūk. Бабушка тоже больная. Он говорит, может, за вас тоже помолиться? Она говорит, нет, не надо, спасибо. Viņa arī nomirs, viņa pilnīgi cita saprašana. И вообще другое понятие. Varbūt, ka viņa būtu dziedināsies. Может, она бы исцелилась. Saprot? Понимаешь? Nekā nebaidies. Ничего не бойся. Un šī ziņā, te mums ir ko pamācīties no mūsu brāļa, viņš nekā nebaidās. Есть что учиться от нашего брата. Viņš cenšas noticēt Dieva vārdam. Es domāju, ka viņam arī brīžam ir tāpatās, kā mums ir kaut kāds problēmas. Он так же, как человек, и у него тоже свои проблемы. Bet viņš cenšas runāt,
Ну, плюс-минус правильно. Он старается говорить плюс-минус правильно. Я? Я знаю, что он был бывший наркоман, бывший цитомник. Он бывший наркоман, тюремщик. Ветрен, погатный. С бурным прошлым. Тад ветрен, погатный. С бурным прошлым. Он и варду копом сынем тад сипаш, виспар, ир, ну, ну, перест. И такой лексика тоже. Bet viņš cenšas sevi labot. Nu, un starājās sebe izpravļāt. Es biju Ukrainā dievkalpojumā, ko viņš pateica. Na služenī, un što tu skazal? Viņš kaut ko tādu pateica, nu tādu. Viņš teica, vai, Dievs, piedod man, vecais cilvēks atkal pacēl galvu. I un što tu skazal, un govorīt, oj, es cetīšos, Dievs būt citādās. Bože, prasti, starī čelāvēk, vietī čelāvēk starājās. Ai, nu pateica, ha-ha-ha, viss pasmēsies, baigi forši. Не, он что-то потом скатывал, слушай, дай мне прощения. Нет, он там на служении просил Богу прощения. Почему? Ты можешь не ярать, ты можешь свою мультику рунашу, подзить, ты Деву редзеем в твоей жизни. Ты можешь подзить Езу на свою сакарту. Глупой болтовнёй можно потерять Иисуса в своей жизни. Ах, jūs несопратиги, сирди кутрия тицет висем, ко рунаешь правеш. Он несмысленный, медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Nu, tālāk viņš atgādina par to, vai tad Kristum nevajadzēja ciest, tad jūs esat aizmirsuši. И потом он напоминает, не следовало ли, не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? Viņa taču tā vajadzēja, tas viss это же было все от Бога. Tas taču ir noticis. Это все произошло, это произошло по слову. Un tad viņš tālāk diezgan daudz runā. И много он здесь говорит. Viņš tālāk runā, un tad viņš saka, Un viņi, tad 28. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās, it kā ietu tālāk. И приблизившись они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Bet tie sāka viņu pierunāt, paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склоняется к вечеру. И вошел и остался с ними. Man, kā es lasīju, man likās, tas ir tik patās, tā, ka es viņu cenšos pierunāt to Dimu, ka Dieva vīrus cenšos pierunāt, lai viņš atbrauc pie mums. Это... Ir jau vakars uz ezeras un atbrauc pie mums. И мне казалось так, что это как будто мы стараемся уговорить этого Божьего мужа, чтобы он остался, Диму, например. И он хотел вечером уезжать, я говорю, Дима, ну останься до утра в Венспилсе. В конце он согласился остаться. Я верю, что будет особое время. Когда он обсадился ar тем pie galda, он ņēma maizi un to svētīja. Un pārlauzis deva tiem 30. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Tad viņu acis atvērās, un tie viņu pazina. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Bet viņš tiem kļuva neredzams. Но он стал невидим для них. Un viņi sacīja viens otram. И они сказали друг другу. Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrotams? И они сказали друг другу, не горело ли нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге? Tajā pašā stundā viņi piecēlušies, griezās atpakaļ uz Jeruzālim un atradu tur sapulcējušos tos 11 un citus kopā ar tiem, un viņi sacīja, kungs patiesi ir augšām cēlies un parādījies Sīmoniem. И он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание, и встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими, в преломлении хлеба. Viņš lauzīs maizi mums kopā. Он будет преломлять Божий хлеб. Viņš dalīsies ar Kristu šeit. Он будет делиться Христом здесь. Ar to Kristu, ko viņš pazīst. Тем Христом, которого он знает. Kuru tu faktiski pazīst, tu zini faktiski. Которого ты тоже фактически знаешь. Un Kristus tavā šajā ceļgājumā kopā gājis ar tevi, tu tikai nepazini, tavs acis bija turētas.
Твои глаза были задержаны, чтобы познать Христа, но Христос шел с тобой в этом пути. Kūtras, tas ir tikai slinkas, ir tikai, nu, tikai lēni, kā tu teiksi, medļina. Medļītilnie sirdsam. Jā. Sirdi savu tu neatvēri pa īstā. Neatkrīli sirdsa savu da konca. Un pasaties, kā izmainās šo cilvēku runa. Pasmatrī, kā meņējās razgovor, rīču tik ļudī. Kā mainās šo cilvēku dzīves virziens, tad gājuma virziens. Посмотри, как меняется это направление, эти пути меняются этих людей. Они были вместе с Иисусом в Иерусалиме. Они говорили, он Мессия, он все сделает, он царь. Pēc tam viņu, viņš ir noziedznieks, viņu piesiet krustā, viņš novest, un kaps pat ir tukšs. Потом он его осуждают, убивают, и даже потом гроб пустой. Viņi ir, kur, nu nav, ja... Tā sarunas ir tādas neticības pilnas sarunas. Эти все разговоры полны неверия. Un šie cilvēki iet ārā no Jeruzalemes. Эти люди, они уходят из, выходят viņi из Иерусалима. Viņi iet ārā no tās vietas, kur ir apostoļi, viņi iet ārā no tās vietas, kur ir mācekļi, viņi они iet laukā, уходят nu, из того места, где апостолы, где учение, они уходят, как можно сказать, из церкви. Apkārt staigā un runā neticības pilnas runas. Уходят вокруг и говорят полные речи неверия. Ar ko ir pilnas mūsu mute? Чем наполнено наше уста? Какой мозг сердце полно? Чем полно наше сердце? Зене, когда я сари зену, ка ман нав галик парес, как со сердце, когда я поклаусос, кое зруна. И когда у меня что-то плохо с сердцем чувствую, я слушаю и думаю, что я говорю. Кое зруна? Что я говорю? Тогда зерка се мана сердце. Бет то стас руна сари. Тогда я знаю, что в моем сердце. Tu taču vari pagriezt savas domas, ja tu ļoti gribi, vai ne? Если очень желаешь, ja tu ļoti gribi, tu vari pagriezt, tu esi mēģinājis? Свои мысли переориентировать, я могу. Bet es nevienmēr to daru. Но я не всегда это делаю. Un šī rakstvieta faktiski runā par to, kad Kristus ir apkārt tev. Viņš iet tavā ceļā kopā ar tev. Pat tad, ja tu ej projām no altāra. И Христос идет вместе с тобой даже тогда, когда ты уходишь от алтаря. Bet ja tu esi skumju, pārmetumu, apvainojumu pilns, tu neredzi viņu nekur, ne tuvu, ne tālu. Если ты полон разочарования, упрек, какого-то гнева, непрощения, ты его не видишь ни близко, ни далеко. Un, es gribu teikt, vēl šī rakstvieta runā par to bīsties, izdomāt, ka Dievam ir jādara tā vai šā. И тут также сказано, что бойся придумывать, как Богу действовать. Viņi nesaprata, kas notika. Они не поняли, что произошло. Viņi nebija iedziļinājušies atklāsmēs. Они не вникали в откровение. Tāpēc arī viņi nezināja, kas notiek. Поэтому они не знали, viņi что nesaprata. Происходит. Они не понимали. Tāpēc Jēzus saka, vai tad nenotiek viss pēc rakstiem? Разве не происходило все по Писанию? Mums ir dažādas lietas arī mūsu dzīvēs, mums ir jāsaņem atklāsmes. Нам надо получить откровение. Un ir atklāsmes, kas ir draudzēji. Есть откровение, которое для церкви. Draudzi, Kristus miesa, tu esi daļa no tā. Церковь – это тело Христа, это есть часть этого тела. Mums ir atklāsmes jaunai paudzei, tūkstoši draudžu māte. У нас есть откровение для церкви новой поколения, мать тысячу церквей. Mums pagaidām kaut kāds, cik mums ir kaut kāds, droši kaut kāds, pie 500 draudzēm kaut ko tagad. Каких 500 церквей, наверное, будет? Tāpēc, ka 300 ir Ukrainā tikai. Потому что только 300 есть в Украине. Kaut kur Krievi kaut kāds 150. Еще в России 150. Tad, ka pa Eiropu mēs kāds 50 salāsīsim. Latvijā ir 16 vai 17. В Латвии 16 или 17. Nu, mums ir tūkstoši draudžu mātē, mums jākļūst. Надо стать матерью тысячи церквей. Jā. Un mums ir atklāsme, ka būs, kad Latvija būs kristīgās kultūras citadele. И есть откровение, что Латвия будет цитаделью христианской культуры. Skaties, kas apkārt notiek. Смотри, что происходит вокруг. Tā liekas, es brīžam skatos, domāju, ārprāts, ārprāts, skatos to Eirovīziju, domāju, ak, šausmas. Я смотрю это Eirovīziju, когда что-то здесь изменится. Un tad man bija liels pārsteigums, ka es lasīju kādu rakstu par Kauperu. И тогда я был очень удивлен, когда я читал статью о Ренарс Kaupers, группа Prāta Vētra. Tur iet runa par to, vai viņiem braukt uz Krieviju, tur dziedāt vai nē. И там была речь шла о том, ехать ли в Россию viņiem выступать. Viņiem пармет то, ka viņi brauc uz to Krieviju. Им их упрекают в том, что они поехали в Россию. Un viņš saka, ka viņš bija aizgājis mājās. И он говорит, что он пошел домой. Viņš bija runājis ar Dievu. Он говорил с Богом. Tātad viņš ticīgs kļuvis.
Он верующий. Man ir liels pārsteigums. У меня большое ну, удивление. Kāpēc? Почему? Tāpēc, kad 2007. Gadā, kad mēs taisījām ģimenes svētkus Rīgā. 2007. Gadu, kad mēs делали праздник семьи в Риге. Mēs lūdzām prāta vētu, nu, kā tādu goda grupu, nu, uzstāties. Мы просили, чтобы прата ветра, как почётные гости, хотя бы одну-две песни, чтобы спели. Viņš par vienu divām dziesmām paprasīja 7000 vai 8000 latus. Он за эти две песни попросил 7 или 8000 латов. Mēs tad teicām, tad dzied, kam tu gribi, mēs tād nav, nevaram. Мы такие деньги не будем платить, если хочешь, пой кому хочешь. Mums dziedāja citi, dziedāja Gulba, dziedāja Railī, dziedāja Indris Šonāks, Ingu, tas... Там другие пели Бусулс. Бусулс dziedāja, tad šitais... Ах, ты Dievs. Viņš arī bija Gulbenē uz tiem. Aivars? Ivo Fomins arī dziedāja. Tie visi uzskatīja to, Ērglis dziedāja. Viņi visi uzskatīja to par godu dziedošais pasākums. Они все это восприняли как честь выступление на таком. Nu, prāta vētra, gan patiešām viņam vajag prātā to vētu, tādu īstu vajag. Varbūt ir notikusi. Может, это было в их разуме также произошло. Jā. Dievs kaut ko maina. Es Бог jūtu, что-то меняет. Kaut kas tuvojas. Kaut что-то notiek. Приближается, что-то меняется. Tāpēc es runāju šodien arī šeit Ventspils, varētu pateikt šajā ticībā atklāsmēm, ka mūsu mūzikas skolas skolnieki būs šeit. И ты можешь верить mūsu сказать, что тād atklāsmē. Студенты музыкальных школьной будут служить в церкви. Jo viņiem ir jāpiepild. Šīm dāvanām ir jāpiepild šī Dieva griba. Потому что эти дары должны исполнить волю Божию. Varbūt patiešām patreiz izskatās, ka pilnīgi otrādi viss notiek. Может, сейчас выглядит, что всё наоборот. Jautājums, ko mēs runāsim. Вопрос, что мы будем исповедовать. Ai, nekas jau nenotiek, neko, la, viss mirst. Всё ничего не происходит, все уезжают, все умирают. И даже гроб пустой. Un loči jau 8 ir pustukša. И лочь 8 полупустой. Galīgi tukša vēl nav, bet pustukša. Совсем пустой. Bet mums ir viens mūzikas skolnieks sēž tur tāds viens. У нас один ученик музыкальной школы там сидит. Nu vēl mums ir divi, kas ir beiguši mūzikas skolu. Ещё двое, которые закончили музыкальную школу. Nu vēl kaut kādi mazie mācās. Ещё маленькие учатся. Bet mums ir, nē, mums ir atklāsme. Нет, visi nu, mūziķi есть... Latvijā, viņi slavēs to kungu. Все музыканты в Латвии, они будут славить Бога. Šīta izmaiņa notika pēc tam, ka viņi bija kopā ar Jēzu, ka viņi lauz to maizi kopā, ja? Это, viņi atpazina это viņu. Перемена произошла viņi потом. Viņi sajūta, viņi piepildies ar citu kaut ko, nevis ar skumjām. Они наполнились не... печалью, а чем-то другим, когда они переломили хлеб. Потому что настоящий хлеб был что? Кто? Viņš atgādināja viņiem rakstus. Viņš atgādināja viņiem apsolījumus. Он напомнил им обетование, он напомнил им писание. Tas ir tas pats, ka teiksim, kad mēs te par tām pārtikas pakām rakstījām projektu. Это то же самое, что мы писали проект насчёт этих пачек. Pēdējā mirklī, pēdējā momentā. Последний момент. Likās, varbūt nav vērts neko darīt, mēs jau nevienēsim. И нечего там вообще напрягаться, мы Mums тогда не laiku un это было время vispār. Вообще. Bet es atcerējos tajā brīdī, man negribējās to darīt. Мне не хотелось это делать. Tā ir atbilde, tā ir ņemšanās. Это ответственность. Bet tur bija divas zīmes. Занятие, но там было два знамения. Pirmkārt. Во-первых. Ka mūs to lūdza darīt pašvaldības, nu cilvēki. Что это нас попросили сделать люди самоуправления. Kurš bija šī gada nedēļas gavēni kopā ar jaunās paudzes lūkšanā, tie dzirdēja atklāst. Кто был в начале года в посте и молитве с новым поколением, тот слышал. Atklāsmes ir dzīvības tāds deva. Откровение – это такая, как доза жизни. Шлирце. Шприц. Un Aleksējs teica, šīs gads būs īpašs. А этот год будет особенный. Pašvaldības un valdības iestādes. Sāks izmantot Dieva cilvēks, Dieva dāvans. Начнут использовать Божьи дары. Mēs gaidījām. И мы ожидали. Tikai varbūt ne tādā veidā. Может, не таким образом. Mēs bijām kaut ko citu cerējuši. Мы что-то другое надеяли. Bet bija jāpieņem tas, kas tagad ir. Но надо было взять то, что есть. Bet tur bija jāpaliek pūles savas klāt. Но там надо было naktis, приложить свои усилия. Стресс. Бессонные ночи. Un tad, kad mēs nosūtījām. И когда мы это слали. Pēdējā mirklī. Последний момент. Kā parasti. Kā
как обычно. Es domāju, nu, var, tas uz trījiem gadiem tas projekts. Этот проект на 3 года. Es domāju, nu, Dievs, ne, lai notiek, bet, nu, 3 gadi tur tāda ņemšanās. Да будет так. Tik daudz atbildības. Столько ответственности на 3 года. Varbūt, kam vairāk tam ar Dieva darbā vajag, nu, tādā garīgā. Может, больше надо в таком духовно. Par tām pakām tur ņemties. Что с этими пачками там? Un es tā kā dzirdu, man svētais gars tā kā čupst ar smaidiņu. Улыбаясь. Tu taču zini atklāsmi. Ты же знаешь откровение. Andrejs Tišenko jums sludināja. Andrej Tišenko vam propovedoval. Viņš pasludināja jums nākotnē. Jūs Он... barosiet Ventspilniekus. Вы будете кормить Ventspilšen. Ai. Un es sapratu, ka mēs vinnēsim. Я понял, что мы выиграем. Kad vēl nebija nekāda lēmuma pieņemta. Когда еще не было никаких решений. Es zināju, ka mēs vinnēsim. Я знал, что мы выиграем. Nevis tāpēc, ka mēs kaut kādi, tāpēc, ka tā ir Dieva griba. Не потому, что мы какие-то, но потому, что Un это воля Божия. Mēs teicām, ka Jēzus. А мы сказали Иисус. Ах, lai šis kauss iet garām, nu, bet lai, ja var, bet ja nē, tad lai notiek tava griba. Ну, мы сказали, как Иисус, да будет воля Твоя. Пусть минует чаша сия, но если нет, то... Un viņa notika. И было. Un mēs tagad... Dalām šīs pakas. Ja mēs dēļam un tā ir Dieva griba. Это воля Божия. Un tas nav tā, ka tas ir ļoti vienkārši, tur ir daudz atskaišu, visādas lietas. Это не так, что очень просто, там есть. Bet tā ir Dieva griba. Это воля Божия, но там есть много и также отчетов. Un tad tev atnāk mieres, tā ir Dieva griba. Это приходит мир, тогда ты понимаешь, что это воля Божия. Dieva griba uz otru dienu vispār mums ir. Viņš grib, lai mēs būtu dziedināti. Lai mēs būtu brīvi. Viņš ir atdevis sevi par to. Он отдал себя на это, он хочет, чтобы вы были исцеленные и свободные. Viņš teica, lai notiek tavs prāts. Он сказал, да будет воля твоя. Я пролью свою кровь. Я умру чудовищной смертью. Lai visi tie, kas man tic, vairāk tā nemirtu. Чтобы все остальные, кто поверит, не умерли так. Lai visi tie, kas man tic, vairs tādām ciešanām cauri neiet. Больше не проходили через такие страдания те, которые поверят в меня. Lai visi tie, kas man tic, tiek atpakaļ debesīs. Чтобы все, кто верит в меня, были могли прийти обратно Lai visi на небо. Tie, kas man tic, to apdziedināt jau šeit uz šīs zemes. Пусть все, кто поверит в меня, могли быть исцелены здесь на земле. Bet pa šodien tā runa ir par to. Но сегодня неļauj, neļauj savai šai tai lēnajai, kūtrajai ticībai. Не позволь своей медленной вере. Aizstāsi tavu глаза. Sirdi. Закрыть твое так, сердце, не, дабушу, не получить это исцеление. Узмани саву муть, шодien, рит, парит, висмаз, висмаз. И сторожи свои уста хотя бы сегодня, завтра и послезавтра. Шодien, рит, парит. Я могу сказать, что обязательно будут какие-то... Varbūt tu nāks otrdien, pašā pēdējā mirklī, tu nāks pa durim. Tur viens tev ne tā paskatīsies, viens tev uzgrūdīsies, viens ne tā tev kaut ko tur izdarīs, viens pavēl piezvanīs, viens tev vēl kaut ko... И может даже во вторник последний момент старый человек захочет вылезти из-за того, что кто-то не так посмотрел, не так позвонил, не таким тоном сказал. Не позволь этим вещам украсть твое благословение. Храни себя. Sārgi savu sirdi. Храни свое сердце. Sirds čīstie, tie to kungu redzēs. Чистые сердцем увидят Господа. Lai mūsu acis nav turēts. Чтобы наши глаза не были задержаны. Tu redzēji, kas notikās. Ja tad viņi gāja ārpusē, viņi gāja prom no Jeruzalmes. Они уходили из Иерусалима. Viņi gāja prom no mācekļiem. Они уходили от учеников. Viņi gāja prom no tiem, kas bija ticības pilni joprojām. Они уходили от тех, которые были полны веры. Jo viņiem mācekļiem tika pateikts, Ja jūs teiciet atpakaļ uz Jeruzalmu un nekur neiet, tik jau kamēr jūs nesaņemsiet apsolīto. И Иисус сказал ученикам, оставайтесь в Иерусалиме, никуда не уходите, доколе не получите обещанное от Отца. Ne projām no šīs vietas, kamēr tu nesaņem apsolīto. Не уходи с этого места, пока ты не получишь обещанное свободу и исцеление. Bet viņi gāja prom un kurnēja. Они ушли и роптали.
Viņi runāja pavisam citas lietas. Они говорили совершенно другие вещи. Kurš necēl ticību. Viņi nerunāja par dziedināšanu, par brīnumiem. Они говорили о чудесах, par to, ka Dievs ir apsolījis. О том, что Бог обещал. Viņi runāja visu, kas pasaulē, nekas jau nav, kad, nekā neiet ar vien trakāk. Они говорили все, что как в миру говорят. Tie nodokļi un vispār tā valdība un tā pašvaldība un vispār un tie dakteri, nekas nav. Эти врачи вообще негодные. Nekas nav, nekas nav, nekas nav. Ничего нет, ничего нет, ничего нет. Aiztais savu ciet. Закрой свои уста. Mums tik viss ir labi. Все хорошо. Atceries, kā šī sieviete, kurai Dievs dāvāja dēlu. Помни, вспомни женщину, которой Бог даровал сына. Un viņš pēkšņi nomira. И он вдруг умер. Viņa gāja atpakaļ pie šī ēļa, pie šī pravieša. Она шла обратно к этому пророку. Viņa bija nolikusi savu dēlu mirušu augšstāvā. Она положила своего сына умершего на верхний комод. Viņa vīrs prasīja, kur tu Kas, kur tu iei, kas ir? Viņa teica, viss ir labi. Она сказала, все в порядке. Es aiziešu pie Dieva vīra. Я пойду к мужу Божию. Viņa satika mācekli pa ceļām, kurš pasīja, kas noticis? Kas ir? Ученика встретил. Как тебя дела? Visi viņai prasīja, kā tev iet? Все спрашивали, как тебя дела? Viņa saka, viss ir labi, bet viņai mājās bija miris dēls. Она говорит, все хорошо, но дома у нее лежал умерший сын. Viņa satikās ar šo ēli, viņa saka, viss ir labi. Она встречалась с... Как они кривиски? Элис. Ну, с пророком встретилась, и она говорит, все в порядке. Все в порядке. Kamēr Dievs sēž tronē, kamēr Jēzus sēž pie troņa kājām, viss ir labi, jo viņš dienu un nakti par mums aizlūdz. Пока Иисус на троне, все в порядке, потому что Иисус, Он ходатайствует за нас день и ночь. Потому что день и ночь дьявол старается обкрасть и обвиняет нас. Он крадет здоровье, отношения, жизнь, благополучие. Dievs apžēlojas par viņiem. Но Иисус у ног Отцом говорит, Отец, помилуй. Tāpēc mums vajag drosmi iet tālāk. Поэтому нам надо смелости идти дальше. Mums vajag šos moments, kad mēs ieraugam. Нам надо эти моменты. Piepildās, bet lai tu redzētu, ka Dieva vārds piepildās. Что Божье слово исполняется. Tev ir jāzina šīs atklāsmes. Ты должен знать эти исцеления. Tev pašam kaut kādam atklāsmēm jānotiek. Тебе самому какому-то получить какое-то откровение. То, что Бог сказал, это будет. Нет, если не сегодня, будет завтра или послезавтра, или послепослезавтра, или в следующем году, но будет. Man Dievs runāja rakstvietu. В 93-м году Бог говорил мне место Писания. Es biju jauna kristiete. Я был молодой христианкой. Un es ne visai visu zināju. И я не все знала. Arī tagad es visu nezinu. И сейчас я не все знаю. Bet nu bišķi vairāk zinu. Но чуть больше знаю. Un Lūkas 4:18. Luki, mana atklāsme. Luki 4:18. Es jau biju trešo gadu tā kā ar Dievu, bet es nezinu, slikti zināju Bībeli. Я был как бы четвертый год уже с Богом, третий год, но я не очень хорошо знал о Библии. Varbūt es šo vārdu saņēmu vēl ātāk. Может, это слово я получила даже еще раньше. Es zinu, ka es maz zināju vārdu. Я знаю, что я мало знала Библию. Bet tad, kad es izlasīju šo rakstu, es lūdzu Dievam par savu aicinājumu. Я молилась Богу о своем призвании. Ar bērnu ticību. Детской верой. Dievs, ja tu man esi aicinājis. Бог, если ты призвал меня. Ja tu man esi ļāvis satikt Jēzu. Отец, если ты позволил мне встретить Иисуса. Ja tu man atbrīvoji no pīpēšanas. Освободил меня от курения. Manai dzīvei kaut kāds lielāks mērķis, nekā es domāju. Моей жизни имеет какую-то более высокую цель, чем я думаю. Es gribu zināt, kas tas ir. Я хочу знать, что это. Un es lasīju vārdu. Я читал слово. Un es lasu. Я читаю. Es sāku ar 16. 16-го я начну. Tas par Jēzu, ja? Это про Иисуса. Viņš nāca uz Nācereti, kur bija uzaudzis un sabatā pēc sava paraduma iegāja sinagogā. И пришел он в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему
в день субботний в синагогу и встал читать. Он сака, он специалист, чтобы ласить. Виням пасняется правиеш Есаис грамоту, рули аттитринаясь, и шатада вету, кур бия ракстиц. Ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Когда я ласил, я сели там, где сатвер грамот, лай ласит при себе. И я в тот момент, я тоже открыла книгу, чтобы читать для себя. Вау! Dievs, tu zini manas domas, ko es tagad daru? Bog, ты знаешь, мои мысли. Man liekas, ka viņš runā ar mani. Мне казалось, что он говорит со мной. Un tālāk es lasu. И дальше я читаю. Kunga gars ir par mani, jo viņš svaidījis mani. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня. Pasludināt prieka vēsti nabagiem. Благовествовать нищим. Un viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem gaismu. Un salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlstības gadu. Меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Рулис atnes viņš to atdeva kalpotājiem un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Проповедовать лето Господне благоприятное и закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Tad, kad tu pasunās kaut kādu atklāsi priekš sevs, visi skatīs uz tevi. Когда ты скажешь какое-то откровение, которое ты получил, все будут на тебя смотреть. Viņš sāk uz tiem runāt. И он начал говорить им. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. Еще он ничего не сделал. Он сказал, все исполнилось. И он, и у него была храбрость сказать, нет, все исполнилось. Потому что я принял это слово. Я тоже принял это слово. Es domāju, man bija tāda sajūta, ka jā, es varbūt es būšu evaņģēliste. Может, я буду евангелистом. Я хотела людям проповедовать. Es ļoti gribēju atdot to ziņu, ka Dievs var dziedināt, ka viņš var atbrīvot. Jo es to biju saņēmis. Я хотела передать это то, что Бог может людям, что Бог может исцелять, что Бог может освобождать. Kad Svētais Gars dzīvo manī. Что Дух Святой во мне живёт. Ka viņš lūkšanas piepild. Что он исполняет молитвы. Un es to pieņēmu, jā, nu tas šis vārds tāds ir tā, kunga gars ir par mani. Nu, jā, slovo es, tagad tako... jau vēl nav. Nu, ja es domāju, tā kā nejūtu, ka es nu, ja domāju, nu, knapi ešu, māku lūgt, knapi ja kaut kas man sanāk, ieli, kaut malīca, ko izdarīt. Es centos получается. Visu draudzē darīt, ko tik vajag un pat to, ko nevajag. Man vajadzēja reizēm apstādināt. Starālēsi visu sdēlēt v cerkvi, što nada i što daži ne nada. Un mācītājs Māris noteikti vairāk pastāstīt, ko es varēju darīt, ko nevajadzētu darīt. И man pastor Māris mok, может больше рассказать, что я могу сделать, что не надо было делать. Un es visur biju klāt, vai nebija benzīnas draudzē. Es sameklēju draudzenes, draugus, lūdzu Dievu uz ceļiem, lūdzu, kur var dabūt degvielu. Mācītājiem vajag degvielu, mums vajag braukt uz Rīgu. Nam nada ехать в Ригу. Atradās draudzene. Kura strādāja benzīna tankā. Un pa blatu dabūjām degvielu, jo toreiz nebija degvielu. Которые получили, ну, нашлись люди, которые могли это горючее дать, потому что тогда не так легко было. Tur īpašus talonus. Там надо было талоны. Kas atcerās tos laikus. Кто помнит эти времена? Un es pa divām patrījām benzīna kanām stiepu uz savu mazo veco mašīnīti. Jā, pa две-три канистры. Тащила свою машину, чтобы могли мы в Ригу съездить. Вилма смайт, меня отцерас, как сам Фердинандс был. Ты отцерас? Он был масса саркан Запорожец. У меня был маленький красный Запорожец. Куш вемер бы я естом, драуца. Которого надо было церковь меня, как, чтобы завести, толкала его. Он весь год года будет готов. И разные вещи мы достигли. Bet nebija tas, ko es, tas, kas šeit bija rakstīts. Nu, не было того, что здесь написано. Tad pagāja gadi, es paguru. И прошли года, и я устала.
Un es domāju, nebūs nekas. Я думал, es esmu salasējusies, sadomājusies. Начиталась, надумалась. Vispār tu sanāc tā, ka es aizgan no dzīves savot projām. И получилось так, что из dzīves savot sev ušla. Nu, ne pavisam, bet es tur tā ļoti reti jau kad gāju. И так довольно редко ходила. Es braucu vairāk uz jauno paudzi. И больше ездила в Ригу, в новое поколение. Bet zināt, kā aizbraukt divreiz mēnesī uz jauno paudzi, un tas nav tā kā būt draudzē, ja tu esi pirms kalpa. И когда ты ездишь два раза в месяц в Ригу на служение, это не то, что когда пārāk brīvs. Ты слишком свободный, ты это не так как, так как служить в церкви. Es domāju, nekā nebūs. Я думал, ничего не будет. Bet dzīvības avotā toreiz atbrauca no tā. Dzīvības avots priehala служитель no Kenneth Copeland. Jā, no Kenneth Copeland draudzes atbrauca draudzene Glorijai, tātad Gingere. Приехала подруга Глории Копланд. Kas klausās Copeland, mācītāji. Который Nezinu neviens Copeland. Никто не знает Kenneth Copeland. Два человека знают. Tas ir liels Dieva vīrs, skatieties это... LNT, cikos, pusseptiņos, sešos. Pirms sešiem, var dzirdēt Copeland. Katru rītu var paklausīties viņu. Redz, kā Copeland noskatīties, un tad uz lūkšanu brauc. Jā, uz lūkšanu atbrauc jau pēc tam. Tā, un tad un viņa sāk man pravēt, tad es sāku tur kalpoju, es kalpoju viņai. И она приезжала, и я служил ей. Es noliku nost visas savas. Man bija brīvdienas, es varēju, man bija nedēļa brīva. Мне было свободное. Man bija plāni pavisam citi. Мои планы были совершенно другие. Bet es sapratu, ka tur ar tiem amerikāņiem īsti nemācīja apieties, tā draudzē, to, nu tas vadītājs, kas tur bija tajā brīdī, nevis mācīties, bet saimnieks. И этот, который был, этот помощник пастора, он особо не знал, как с этими американцами, как их принимать, и что. А я страдаю ar amerikāņiem. А я работал с американцами. Un es pieteicos, es teicu, es ar savu mašīnu šonedēļ var kalpot viņiem. Я сказал, я со своей машиной тоже могу им в эту неделю служить. Es toreiz biju kaut kādu, dabūjusi kaut kādu naudu par tiem gadiem Latvijā. Cilvēks varēja dabūt tādu naudu par gadiem Latvijā dzīvot. Certifikāti. Kaut kādu certifikāti. Kaut Можно было за прожитые года в Латвии получить сертификаты. Un es to naudu biju samainījusi, un es... Я поменяла эти сертификаты. Un es gribēju nopikt sev rotas, kaut kādu zeltu vai suri, lai paliek man. Хотела что-то для себя купить, какие-то украшения. Bet tad, kad es dzirdēju šo, es domāju, es to ieliku šeit šo degvielā. Tas ir labākais zelts, kalpo. Это, я слышал, я думал, я это на горючее пожертвую, чтобы могли... Amerikāni deva man naudu priekš degvielas, es neņēmu. Amerikanci davali деньги для бензина, я не брал. Tas ir mans upurs. Я сказал, это моя жертва. Es arī gribu kalpot, nu, pasaulē. Я тоже хочу служить. Un viņa man vienu dienu sāka pravietot. Я один день она начала мне пророчествовать. Es neprasīju, viņa man pienāca klāt. Я не спрашивала, и она подошла ко мне. Viņa uzlika rokas, viņa teica tā. Она положила руки. Pirmā vakarā, ko viņa izdarīja. Первый вечер, что она сделала. Viņa man pienāca klāt, viņa saka, tu zini, tev ir, man Dievs deva priekš tevis svētību rakstvietu. И Бог дал для тебя место писания. Jo es visu laiku, kad viņš kopā kalpo, es gaidīju, ka kaut ko Dievs runās ar viņiem. Я служила вместе, я ожидала, что Бог что-то скажет через них. Un viņi man, un es neko tur nesaņēmu. Es jau kaut kādu trešo, ceturto dienu braucu, neko nesaņēmu. Nu, nekas tāds priekš manis. Уже какой-то третий, четвертый день ездим, и я ничего не такого не получу. Un var сказать, nekā nav, ko tu esi darīt, Dievs tu teici. Я можно начинать было, что я тут служила, это Бог ничего не говорит. Ну, varbūt tāds domas jau sāka nāk. Может, такие мысли уже приближались. Un viņa man pienāk klāt, viņa saka, viņa подходит ко мне. Tev izlasi Jesaja 61. И она говорит, прочитай Исаия 61. Tā būs tava, tā ir tava svētība vieta. Это твое место благословения. Kā jūs domājat, kas ir tava vieta? И как вы думаете, что это есть за место? Šī pati rakstvieta. Это есть то же самое место писания. Es, kad atbraucu mājās, un kad es izlasīju, tas jau bija vēlas 12 naktī, kaut kur laukos. Es я когда приехал, я на дачу мы приехали. Mati. Я прочитал это место писания, и мне просто волос. Es saprotu, ka Dievs to ar viņiem runā par atpa, jo es tieši tajā mirklē esmu pilnīgi izsīkusi, ka nekā nebūs, nekas nenotiek. Я именно в тот момент как-то такое уныние было и опустошение, что ничего не получилось. Iekšē, es centos turēties brāči, bet iekšā bija. Но внутри не было так. Nu, tas ir man jautā. Oh, Dievs runā. И мне это подняло, это Бог говорит, потому что она ничего не знала. Tas vēl neko nākamā dienā, mēs jūs redzam uz Rīgu, viņa pienāk atkal tur tāds lūkšanas, bet es tā kā tur tā kā neesmu iekšā, bet viņa pienāk man klāt. Она
подходит ко мне там молитвы, и она подходит ко мне. Сок пекшен проветует. И начинает пророчествовать. Сек, Инес, ты знаешь свое призвание? Инес, ты знаешь свое призвание? Я говорю, да. Dievs tev ir devis zīmi, ka tas sāks notikt. И Бог дал тебе знак, когда это будет начинаться. Jā, es zinu. Tas vēl nenotiek, un tu esi pagurus. Это не происходит, и ты устала. Viņa saka, gaidi. Она говорит, ожидай. Viss notiks. Все произойдет. Nesteidzies. Не спеши. Tikai gaidi. Tici. Только верь и ожидай. Tas notiks. Это произойдет. Tie, kas ir par ātru iegājuši, tie ir krituši. Tie, которые зашли слишком рано в служение, призвание. Nevajag ne nokavēt, ne par ātru skriet. Нельзя ни опаздывать, ни слишком рано бежать. Un tā mana zīme bija. И мой знак был. Ko man Dievs runāja ar vārdu. Что Бог сказал мне через слово. Tās ir atklāsmes, par ko es runāju. Это откровения, о которых я говорю. Atklāsme bija tāda. Откровение было такое, что Лукас 4:18 исполнится. Tad, kad mēs ar vīru būsim kopā, когда мы с мужем будем вместе, как бы в служении, вīru, жена будет заботиться о муже. Я думал, как, разве я все время это не делаю, разве? Bet tagad es esmu oficiāli aprūpētāji pēc papīriem. Сейчас я по бумагам даже официальный опекун. Ne? Tagad viss tikai notiks. Сейчас только все будет. Un es zinu, ka notiks, tāpēc, ka es esmu atnesis lielu supuru. Я знаю, что будет, поэтому... Bet ir jānes vēl. Es tev pateikšu tā, neaizvirt par to, ko mēs runājam, ka upurs atver debesis. Не забывай о том, что жертва открывает небо. Tāpēc es tev tagad aicināšu tagad atvērt debesis. Поэтому я буду приглашать тебя открывать небо сейчас. Es teiksim, es sagatavošu šī pašu upuru. Я приготовлю особую жертву. Šodien es veru vaļā ar mazu atslēdziņu durvis. Сегодня я маленьким ключиком открываю дверь. Debesis grib atvērt šos logus. Небо, окна небесные. Lai Dievs sagatavo man. Pus Bog prigotovit man. Tas ir svarīgs manai dzīvē, manai pilsētai. Это то, что важно для моего, для моей жизни, для капуш, для призвания, для моих детей. Bet otrdienas vakar būs īpaša lieta, jo tad atbrauks vīrs, ko Dievs ir sūtījis. Потому что и во вторник будет особенный вечер, потому что приедет муж, которого Бог прислал. Sagatavo tam brīdim upuri. Приготовь на тот вечер жертву. Šis ir svētdienas upurs. Это воскресная жертва. Tu priecājies par to šo upuru, ka Kristus ir miris un augšām cels, un kaps ir tukšs. Ты радуешься этой жертвой, что благодаришь, что Христос умер и воскрес. Mēs svētdienās pienesam šo upuru. Мы в воскресенье приносим эту жертву. Svētdienās. Воскресенье. Tad, kad viņš piecēlās. Когда он воскрес. В этот третий день. Mēs priecājamies par šo trešo dienu, ka kaps ir tukšs. Mēs radojamies этой третий день. Mums. Viņš ir starp mums. Он среди нас. Viņš ir šeit. Он здесь. Bet otrdien. Ну, во вторник. Otrdien atnes īpašu upuru par kaut kādām lietām, kas принеси tev ir... особенную жертву за kaut какие-то kas, вещи. Kas tev ir sasāpējis. Atver debesis priekš какую-то tā. Какую-то болячку для тебя, что болит. Paprast Dievs, kādu atslēdziņu vajag, lai es to īpašo kambarīt atslēgtu. Спроси у Бога, у Духа Святого, как, какой ключ мне надо, чтобы открыть эти двери. В одно я могу сказать сразу, останови свои уста. И не сделай так, что Иисус будет здесь ходить, а ты его не увидишь, не узнаешь. Он уже ходит. Он уже смотрит наши сердца. Bet tas ir kaut kas īpašs, jo tik jocīgi tā atbraukšana divam ir šeit. Viņš brauc patreiz no Odesas. Un ieģiet iz Odesi. Iebrauks šeit pie mums. Un zaieģiet k nam. Paliks pa nakti šeit. Astaņietse noču. Un mēs no rīta vedīsim ar Oskariņu projām uz Kauņu, kur viņš pakst 4 dienas. I mī jau atvizjom v Kaunas, gdje un 4 dņā ešu astaņietse. Mēs esam pa ceļam. Мы по дороге. Bet pa ceļam ūdens kļūp par vīnu. Но по дороге, на пути, вода стала вином. Saprot? Понимаешь? Mums vajag, lai šī brīdī te jau būtu vīns. И нам важно, чтобы в этом месте уже был, un tur ir jābūt было вино. Lūkšanām.
И там была эта молитва. Не знаю, как, что ты не можешь думать. Луд смелес, будешь очень лапкать луд смелес. Будет очень, очень чудесно, если будешь молиться на языках, не надо ничего придумать. Сапротуот ар саву Понимая своим разумом и веря в Слово Божьему. Что ты славишь Бога. Как ты не понимаешь, но ты славишь Его. Ты делаешь это. Это твоя вера. Лукшена тицība, пилнига, акла тицība. Это просто вера, молитва по вере. Уникально, когда ты не видишь, не сапрот, но дари. Это уникально, когда ты не видишь, не понимаешь, но делаешь, ты веришь. Амен. Амен. Тогда я хотел, чтобы ты поднял свой упор, я сейчас хочу приготовить свой аукшам целшинас упор. Возьми свою жертву воскресенье. Христос аукшам целшинас свят упор. Pateicības upuri, ka viņš ir augšā, tas ir mana dzīve nepakļaujas šai pasaulē. Что моя жизнь не подчиняется. Mana dzīve nepakļaujas šai моя pasaulē. Моя жизнь не подчиняется этому миру. Un kā man arī šodien neiet, un kā varbūt kaut kāds lietas man spiež, bet man ir izēja. У меня есть es вел выход. Neesmu iegājis tā izēja, bet man ir izēja. Я еще, может, не зашел в этот выход, но у меня есть выход, потому что он умер и воскрес. Un sagaid šo otru dienu īpaši. И ожидает этот вторник особенно. Bet pārāk nekoncentrējies uz šo Dimu kā cilvēku. Tad tu zaudēsi. Но не концентрируйся на Диму как на человека. Tad tu zaudēsi. Тогда ты потеряешь. Tev jātic, ka Dievs viņu atsūtīs kā trauku. Ты должен верить, что Бог его как сосуд пришлёт. Un tavu pateicību ir Dievam. И твоя благодарность Богу. Un tavs attiecības ir ar Dievu. И твои отношения с Богом. Amen. Amen. Halleluja, slāvu Tev, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu mums esi devis šīs dienas. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs esam šai pilsētā par īpašiem traukiem. Kungs, ka Tu mūs veido īpašām lietām. Mēs Tev pateicamies Tev, ka katrs no mums, katrs cilvēks, Kungs, ir īpaši izvēlēts, mums ir īpaša dzīves mērķi mums ir. Mēs Tev pateicamies Tev, ka Tu mūs atklāj šos noslēpumus. Gan ar pienesumiem, gan ar lūkšanām, gan ar to, ka mēs varam savas dzīves pārveidot, vismaz savas mutes, savas runas, savas sirdi pārveidot, mēs varam. Mēs Tev pateicamies Tev, ka Tu esi devis šo spēku izdarīt. Mēs Tev pateicamies Tev, ka mums tikai jānotic tam, ka Tu esi ar mums. Mums ir jānotic tam, ka Kristus mūs aizstāv. Mums ir jānotic tam, ka Kristus ir stiprās, viņš ir uzvarējis šo pasauli un ka viņš valda, ja mēs viņam ticam. Viņš valda katrā namā, kur mēs viņam taisam altāru, viņš valda katrā sirdī, kur sirds pakļaujas viņam, viņa vārdiem. Mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slavējam Jēzus vārdā. Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs slavējam, Kungs, ka mēs esam, ka mēs elpojam, ka Tu mums esi sagatavojis īpašu dzīvi. Mēs Tev pateicamies, Tevs, arī par šiem laikiem, kas mums tagad ir. Varbūt mēs ejam cauri grūtībām, Tevs, bet mēs zinām, ka tās ir pārējošas grūtības. Mēs šodien runājam uz visām grūtībām, uz visām slimībām. Tas ir pārējoši, tas ir pārējoši, tas ir pārējoši. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tevs. Halleluja, slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs, un mēs pazīsim Jēzu maizi laužot, un mēs Tev lūdzam, Kungs, Jēzus vārdā, lai otrdien patiešām šī maize tiek izdalīta ne tikai mums, un mēs jau šodien to sāksim dalīt arī pie citiem. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Kungs, halleluja, halleluja. Man ir vēl viens jautājums. Cerams, varbūt, ka mēs varam tomēr maizi laužot tagad mūdīgi ātri. Mums ir? Tā matas, vai nā? Nu, visulīgi mums ir. Varbūt, ka var ieliet sulu, tomēr es tagad savāku man, tomēr laus to maizi, ja? Ja ne, tad, nu, liecība kāda ir, ja? Nākam noziedot, un es nezinu, es tā nebija domājis, bet man vienkārši